Ну что, перед началом этого ролика хотел бы сказать, что за последние 28 дней больше 59% моих зрителей смотрят меня без подписки. Это не дело, это нужно исправлять, и если вы смотрите это вступление и вы не подписаны на канал, то сделайте это, потому что мне очень хочется до конца мая набрать на моем канале 3000 подписчиков, и без вашей помощи я никак этого не смогу добиться. Друзья, всем, кто уже подписан, хочу выразить отдельную благодарность. Переходим к просмотру ролика. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Геймерус ТВ, и сегодня в этом ролике вы увидите Копс таким, каким ни вы, ни я его никогда не видели. Возможно, кто-то из вас уже так делал, но я лично это буду делать впервые. Вы увидите мои эмоции, собственно, самые первые. Я даже не представляю, как это будет примерно выглядеть, но в чем суть? Сейчас обо всем расскажу. Собственно, друзья, мы находимся сейчас в настройках моего пада, и мне посоветовали такую тему. Советовали ее несколько человек, поэтому не могу кого-то конкретно выделить, причем советовали достаточно давно. Но только вот сейчас мне пришла в голову эта идея, вернее, я о ней вспомнил и решил записать. Собственно, в чем суть? Мы открываем универсальный доступ, дальше дисплей размер текста. И нажимаем вот здесь вот классическая инверсия. И теперь мы увидимся непосредственно в Копсе, и вы видите, как он выглядит. Друзья, вы посмотрите на это. Это жесть. Что это, лол? Как это странно выглядит. Вы просто посмотрите. Да вы смотрите на мою аватарку. Вот эта сова реально, она грозно выглядит. Это капец. Это дико странно, это дико ярко. И вы просто смотрите. И сейчас мы пойдем в ранг и попробуем просто поиграть вообще. Я думаю, это можно занести в рубрику челленджи. Потому что это реально очень необычно, это очень интересно. Мне интересно увидеть, как это в реальном бою выглядит. Насколько это вообще поменяется, потому что, может быть, так вообще играть будет невозможно. Я, может, противников вообще видеть не буду. Узнаем. Посмотрим. Ну, это жесть просто. Это реально жесть. Это дико красиво. Посмотрите на скины просто. Просто посмотрите. Ну, кстати, сам скин еще нормально, в принципе, отображается. Вот если мы возьмем какой-нибудь скин, в принципе, да, то есть его видно. Как на белом фоне. Вот, например, возьмем какой-нибудь вот такой скин. Вот если вот так сделать, то его, в принципе, видно. Но это жесть. Лол, огонь синий. А не красный. Вообще капец. Просто посмотрите. Нет, это дико прикольно. Дайте эмблему. Посмотрите. Нет, это дико прикольно. Меня приглашают в команду, ну давайте, я не планировал, но го, почему нет? Так меня фиг возьмет с вами, наверное. Я вообще не планировал, как бы. Забустить, ну давай, как бы. Я не против, как бы, почему нет? Давай, забустим. Вот это я понимаю ролик, реально. Еще и со светокоррекцией, жесть. Вообще, я, конечно, не планировал играть в этом ролике нормально. Ага, мы еще и на спецназах. Чтобы вы понимали, друзья. Меня напрягает, что у меня нет звука. А, ну хотя я сейчас в менюшке же мелодии нет. Надеюсь, со звуками тут... Нет, со звуками никак не должно меняться. Space and Pray. Space and Pray, по-моему, знаю челика. Это жесть. Это что? Это дико ярко. Господи. Ну, это, кстати, это нереально красиво. Я как будто в другую игру играю, вы посмотрите. Это жесть, красиво. Это красиво, реально. Вы посмотрите на деревья. Это как сакура какая-то выглядит. Мне очень красиво.
Это именно красиво. Это дико необычно. Друзья, если буду играть плохо, извиняйте. Но это красота. Я не жалею, что я это снял. Вернее, не снял, снимаю. Потому что... Ну, это очень красиво. Серьезно. Так, у меня, блин, бомба. Заберите, пожалуйста. Блин, почему мы залетели на каких-то спецах еще, а? Так, ну если что, челик сам хотел меня забустить, поэтому он знает, что я играю не особо хорошо на спецах. А что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Это противник так отображается или кто? Зеленым отображаются противники. Это капец непривычно. Вы понимаете, я не вижу противников нормальных. Это дико непривычно просто. Так, давайте я к нашим пойду. Они все-таки два опена дали. А, так они убили музей. О, нафиг, кого-то убил. Я еще кого-то убил. Это достижение. Найс. Не, надо приноровиться просто. Ну, с непривычки мне реально тяжело так в таком играть. Ну, ладно, окей. А, ну раунд-то наш, так что отлично. Найс. За угом побежал. Блин, вот как я не убила? Я даже не понимаю, какие скины у наших ребят. Это перчатки Snow Ops, наверное. Ну, мне так кажется, у челика были. Посмотрите бабочка. Она синяя. Перчатки такие зеленые. Что происходит? Не, ну это кайфово. Вот серьезно, я играю, я получаю кайф. Мне нравится. Найс у меня пролагало. Зарядка. Господи, мне опять в чате успели обосрать. Блин, надеюсь, выиграем. Будет вообще офигенная каточка тогда. Так непривычно, когда от флешки экран не светлый, а наоборот темный. Дико непривычно просто. Этот чел постоянно дохнет в мейне. Понял. Я уже понял. Ну и лоу, что я тут сделаю? Так, ладно. Ну, 4 раунда, в принципе, неплохо, ладно. Это не так плохо. Понял. Я туда больше не пойду под мост. Но какого фига он меня прям префнул? Вот это, кстати, вопрос. Вот серьезно. Откуда преф? Ну ладно. Затупил я, допустим.
Надо уже спать ложиться. Просто появилась идея записать ролик, поэтому... Все для вас, друзья. Все для подписчиков, поэтому... Обязательно ставьте лайк, реально подписывайтесь. Стараюсь успеть для вас записать контента. Пока еще ММ не закрыли. Найс. Не, команда у меня хорошая. Найс. Ань. Вот я даже не понимаю, кто кого убивает. Понимаю. Лола-то опять, а? Почему я опять остался в клатче, а? Офигенный сайт. Ладно. Я дурак, окей. И именно в этот раз они решили бэсходить. Ну, я дал минус 2, все, я профит принес. Как бы. Поэтому дальше тащите сами. Ну все, найс. Найс, отличненько. Ну, а это перчатки Frost. Блин, так прикольно, реально. Друзья, если захотите, еще раз говорю, я готов еще такое поснимать. Уже в новом ранговом сезоне, но я реально готов, потому что это круто. Очень важно, чтобы вы жили. Живите. Чел, живи. Чел, пожалуйста. Лучший. Не, чел офигенный. И каточка офигенная, вообще все офигенное. Я в КД вышел. Понимаете, это максимально замечательная каточка на спецназах, которую я вышел в КД. Я не лоу тап, мы выиграли. Офигенная катка с инверсией цвета. Если вам она понравилась, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Геймерус, мы увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки, друзья. Да, меня снова не повысили, неудивительно.